Это Шанель. И вот такой у нее голос, которого вообще практически нет. Да, ну скажи здрасте. Мяк. Шанель. Цвета у нас корица. Стоит синнамон в документах. Мяк, говорит Шанель. Шанелечка. Шанель только что осматривала новогодние подарки. Как, Шанель, нормальные подарки? Ну, девочка. Ну, не надо. Опа. Вот этот вот подарок им очень нравится. Точнее, не сам подарок, а ручка. Ах, да, Блошечка, и ты здесь? Его зовут Руфи. Но мы почему-то называем его ласково Блох. Потому что, наверное, он вот так вот ходит. У него такой шарик в серединке, тоненький, тоненькие конечности. Да. Там вот корм их приехал от Грандорфа. 2-килограммовый пакет, не знаю, попробуем. Пока мы даем то, что заводчик нам дал. Вот. Руфус. Руфитек. Мяу, птица-говорун. Да, что там Шанель делает? Иди, разберись со своей сестрицей. Ох, любопытные дети какие. Реально, дети спят, едят, играют. Спят, едят, играют. Ну, вот такие дела.